Ни один фильм ужасов не способен напугать так, как необъяснимые явления, происходящие в реальной жизни. В этом ролике мы объединили несколько коротких записей, которые напугают вас больше, чем проклятие, звонок и ведьма из Блэр вместе взятые. Экспертам не удалось обнаружить в них следов монтажа, поэтому можете быть уверены, кадры, которые вам предстоит увидеть, абсолютно реальны. Итак, это 6 ужасающих видеозаписей, которые лишат вас сна. Поехали. Детская комната. Это видео появилось в интернете относительно недавно и уже превратилось в одно из самых обсуждаемых среди пользователей YouTube. Камера запечатлела происходящее ночью в детской комнате. Ошарашенные зрители высказывали предположение, что ребенок в кадре одержим демонами. Без лишних предисловий, давайте посмотрим. Самое пугающее в этом видео даже не то, как ребенок необъяснимым образом балансирует на краю детской кроватки, а момент его падения. Если хорошо присмотреться, создается ощущение, что какая-то невидимая сущность дергает его за руку назад. Демонические фигуры. Сейчас вы увидите любительские кадры, сделанные молодым человеком у себя дома. Несколько дней подряд там происходили странные вещи. В конце концов, парень взял в руки камеру в надежде запечатлеть какую-нибудь паранормальную активность. Первые несколько минут мы не видим ничего необычного. Но стоит оператору зайти в подвал, как происходит нечто поистине зловещее. Несомненно, эти кадры достойны высокобюджетного голливудского ужастика. Полтергейст. То, что вы увидите сейчас, заставит вас серьезно задуматься о существовании привидений. Кажется, все объекты на кухне оживают и бросаются в пляску хаоса и разрушения. Мы знаем очень мало об авторе видео и обстоятельствах съемки. По его словам, он решил оставить включенную камеру на кухне после того, как услышал странные звуки. Также автор признался, что необъяснимые явления в его доме начали происходить после того, как он провел несколько спиритических сеансов с доской Уиджа.
Ночной кошмар. Эта леденящая душу запись была сделана камерой ночного видения. Женщина решила установить ее в своей спальне, так как не могла отделаться от ощущения, что ночью, пока она спит, в ее доме происходит нечто странное. Трудно представить, что почувствовала девушка, когда увидела запись. Но одно можно сказать точно. Спокойный сон в ближайшее время ей не грозит. Нечто. Следующие кадры были сняты компанией друзей в 2011 году. Все началось с того, что один из ребят рассказал о подозрительных звуках, преследующих его каждую ночь. Чтобы выявить источник шума, молодые люди решили вооружиться камерой и вместе обойти каждый угол зловещего дома. То, что им удалось запечатлеть в тот день, они не забудут никогда. Одержимый дьяволом. Эта вселяющая ужас пленка была найдена в сундуке на чердаке дома, когда в него въехали новые жильцы. Если верить экспертам, запись была сделана в 1978 или 79 году. По всей видимости, перед нами случай одержимости дьяволом. Точно ничего не известно ни о создателях жуткой записи, ни о человеке в кадре. Thank you.